Всем здравствуйте! Сегодня я хочу поговорить о автомобилях бренда Subaru. Посмотрите, пожалуйста, у меня на столе, в моем рабочем, стоят три аппарата. Малышка, универсальная субарка, экран 7 дюймов в металлической рамке, с нужным лекалой, форма. Это универсальная Subaru. Основной вопрос по приобретению автомагнитол с большим дисплеем. Как говорится, найдите разницу. Вот это автомагнитол на Subaru 15 года и выше. Вот это на 14 года. Subaru Forester, Subaru XV с 12 года. Subaru Impreza. Мы поговорим с ней, о ней отдельно. Вся разница только вот место расположения аварийной кнопки. На Subaru 15 года она вот такая дырочка. На Subaru 14 года, список моделей указан на сайте, вот такая дырочка. По колодкам подключения они также одинаковые. USB адаптер субаровский должен быть в комплекте. Адаптер камеры парковки, если он есть. Ну, вот один комплект посмотрим. Коншины никакой нет. Обзор колодки субарика. Переходник на штатную радиоантенну. Переходник под штатную видеокамеру парковки с адаптером. С адаптером с 12 на 6 вольт. Штатная камера питается 6 вольтами. Поэтому вот такое в обтяжке. Как его назвать-то? Блок питания, короче, понижающий. Вход 12, выход 6. Звук. Классическая тойотовская колодка. И вот это штатный AUX. И в комплекте также идет еще один переходник, на всякий случай, под другую комплектацию, видать, еще один AUX. GPS-антенна, инструкция по эксплуатации и две железяки для установки автомагнитолы в салон автомобиля. Вот такая, собственно, комплектация проводов. Машина простая относительно в этом плане. Ни канадаптера, ничего в ней нет. Размер где-то 6-7 сантиметров в длину. Такая вот малышечка, маленькая, легкая. Задняя часть автомагнитолы. Вот слева направо это разъем под радиоантенну, два USB порта. Вот тот беленький разъемчик TV, это подключение цифрового DVB-T2 тюнера либо Red Power DT7 либо DT9. Силовая колодка, о которой я рассказывал. Вот это идет внешняя Wi-Fi антенна. И вот это набор колокольчиков и внешний микрофон для громкой связи hands-free и голосового управления. Покажу, эта магнитола абсолютно точно такая же. Видите, да? То есть вся разница только вот в этой вот, обращу внимание еще разок, способе расположения аварийной кнопки. Если вы сомневаетесь, какая у вас, пойдите в машину, снимите кнопку, посмотрите. Вот, собственно, и все. Ну и давайте осмотр на столе уже экрана 10 дюймов и экрана 7 дюймов. Кстати, здесь подсветка RGB. Вот эти синие горят диоды, красные, ставлю красный, можете поднастроить. Она универсальная, здесь 256 цветов уже поставлено, на них будем переходить. Ну, сейчас поставим одни и те же, допустим, живые обои, пузыри, чтобы вы могли сравнить. И в одном стиле лаунчер. Так. Здесь пока наклеена пленочка, я не буду снимать, а все-таки кому-то достанется. Ну вот, два дизайна, 10 и 7 дюймов. Радио. Вот, собственно, и все. Обзоры прошивок уже смотрите на нашем видеоканале. Все отснято, рассказано, показано. А здесь был только видеообзор, в чем же разница. В любом случае, спасибо за просмотр. Подключение у вас проблем не вызовет. Subaru машина
в этом плане простая. Определяйте с экраном, что вам больше нравится по дизайну. Либо универсалка, либо большой, современный, жирный, в плане шикарный экран.